Здравствуйте, приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на планшете Archos Access 101 сбросить настройки сети. Для начала мы переходим в меню, далее заходим в настройки. Сейчас листаем ниже и видим здесь вкладочку «Восстановление и сброс». Жмем сюда и видим здесь «Сброс сетевых настроек». Нажимаем. Как мы видим, что будут сброшены сетевые настройки Wi-Fi, мобильных данных и Bluetooth. То есть ваше устройство забудет все пароли к сетям Wi-Fi, которые вы вписывали. Ну и также тоже отвяжет все устройства Bluetooth и сбросит настройки мобильных данных. Нажимаем «Сбросить настройки» и подтверждаем данную операцию. Как мы видим, сетевые настройки были сброшены успешно. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!